Я не смогу провести остаток жизни с таким партнером, как ты. Все кончено. Просто скажи, что я делаю не так? У тебя пахнет изо рта. Это поправимо. Ты не умеешь целоваться. Да, но зато... Давай секс втроем. Чтобы я не угодил сразу двоим? Хороший аргумент. Ага. Привет, иди-ка сюда. Научи меня трахаться. Тебе нужен курс интенсивной подготовки, типа как для джедаев. Да, мастер Йода. Именно, Йода. Ночной клуб. Стриптизерша и проститутка – разные вещи. Стань моей учительницей, а взамен я помогу тебе разобраться с кредитами, рассчитаться по долгам. Ладно, уговорил. Буду я твоим секс-йодой. Правда? Здорово. С чего начнем? С намеков. Ты что делаешь? Приложись губами медленно. Стой, прекрати. Никогда так не делай. Как там народное хозяйство? Побрито? Подозреваю, что нет. Если выдержишь с ней, выдержишь с кем угодно. Обгорелые трупы. О, нет, мама! Нет! Едешь к ней? Да. Я хочу начать все сначала. Или я, или она. Я люблю тебя. Господи! Пусти в ход грязные словечки. У меня на тебя стоит. Правда? Хочешь меня отшлепать? Боже! Мои глаза! Что, оба?